За нашу семью, мы благодарны Тебе за наши отношения. И, может быть, они не всегда идеальны, Господь, и мы, может быть, учимся только здесь, на земле, быть настоящей Твоей семьей. Мы благодарны за то, что у нас есть Слово Твое, и есть тот ориентир, по которому мы можем строить наши отношения и друг к другу, и к тем людям, которые любят нас, и к тем людям, которые не любят нас, Господь. Мы благодарны за тот прекрасный пример, который Ты нам оставил своей жизнью здесь на земле и в Своем Слове. Господь, помоги нам учиться у Тебя, помоги нам быть не забывчивыми, не плохими учениками, а теми, которые слушают голос Твой, идут за Тобой, доверяют Тебе и прислушиваются к Твоим советам. Поэтому мы Тебя просим благословить каждого из нас. Ты знаешь нашу жизнь, Ты знаешь наши нужды, Ты знаешь наши проблемы, Ты знаешь наши болезни, Ты сам телом своим понес наши болезни на крест, чтобы мы исцелились, Господь. Поэтому помоги нам найти в Тебе утешение в любых наших ситуациях и усмотри наши нужды. Мы также просим о мире в нашей стране, Господь, о том, чтобы слава Твоя явилась здесь, Господь, и было прославлено имя Твоего. Господь, освободи нас, Господь, от тех проблем, которые есть в нашей стране, от тех людей, которые пришли воевать с нами, Господь. Утешь сердца тех людей, которые лишились чего-то, и сейчас они в плаче, Господь, сейчас у них горе. Поддержи их, Господь, помоги нам быть утешением для них. Также мы Тебя просим благословить сейчас финансовое служение, которое мы будем участвовать, чтобы это действительно все служило Тебе для развития Твоего Царства и прославляло имя Твое. И прими от нас поклонение, Господь. Ты знаешь все наши желания, Господь. Ты знаешь, что сейчас мы наполнены желанием поклониться Тебе. Мы хотим воздать Тебе славу, мы хотим отдать то, что по праву принадлежит Тебе. Благодарим Тебя за все. И будь милостив каждому из нас.
Аминь.